قرآن الله سبحانه وتعالى выбрал для этого, как Аллах в Коране сказал, والله يخلق ما يشاء ويختار. Аллах создает, творит все, что пожелает и выбирает, избирает. То есть Аллах سبحانه وتعالى одну местность сделал лучше, чем другую. Например, Мекка, Медина лучше, чем все остальные города вместе взятые. Одного пророка лучше сделал, чем другого. Одного ангела лучше, чем другого. Один месяц лучше, чем другой. Один день, как пятница, лучше, чем остальные дни. То же самое, самого лучшего из ангела выбрал Джибраиль, алейхиссалям, с этой миссии. على قلبك на самый лучший сердец на сердце пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и на самом лучшем языке на чётком ясном арабском языке всё что вокруг Корана мубарак в этом есть баракат Аллах субхана ва тааля инна анзалнаху фи лейлатиль мубарака Аллах сказал субхана ва тааля поистине я ниспослал Коран в благодатную ночь инна анзалнаху фи лейлатиль кадр я ниспослал в ночь предопределения в ночь могущества самый лучший значение который есть Самый лучший ангел он послал, Субхану ва Тааля. Самый лучший месяц, шахру Рамадана, лязи унзиля фихи Л-Куран. Месяц Рамадан, тот месяц, в который Аллах ниспослал Куран. Все, что вокруг Курана, это самое лучшее. Те же люди самые, если посмотреть, Аллах Субхану берег эту религию через носители Курана. Аллах в Куране говорит, «Бель ху аятум байинат фи судури лязина утуль ин». Куран это разъясняющее знамение в сердцах обладатель знания. В Грузии обладатель знаний, поэтому хамалат аль-Куран, хафадат аль-Куран, те, кто с Кураном живут, те, кто его изучает, те, кто по нему старается жить, это самые лучшие приближенные рабы Аллаха, субхану ва та'аля.